В преддверии Нового года Астана стала сказочным городом. Более 20 видов 3D-форм украсили столицу. В сказочном стиле оформлены фонтаны, территория Дворца школьников и многие другие объекты и улицы города. Кроме того, на набережной реки Ишим установили гигантские часы, которые претендуют на рекорд Гиннесса. Они оснащены точным механизмом, и в новогоднюю ночь фейерверк будет запущен точно в то время, когда стрелки покажут полночь. Территория возле часов – место для активного зимнего отдыха астанчан и гостей города. В новогоднюю ночь там пройдут массовые катания на коньках. Вообще, знаете, супер. Мы только что вышли из детского сада. Сын даже не хочет домой. Он говорит, давай покажи мне свет, зеленый, красный. И радуется, бежит везде. Прям супер новогоднее настроение. За счет того, что вот украшает город, смотришь, едешь по городу. И как-то думаешь, о, скоро Новый год, такое вот чудо, волшебство. Я гость в вашем городе, мне очень нравится. Очень люди приветливые. Оформление очень праздничное, очень создает такое очень хорошее, праздничное, доброе настроение. То есть хочется выходить в город, выходить, общаться с людьми, хочется гулять. Мне нравится то, что строят горки, что все хорошо украсили, что у нас очень хорошо, и желаю всем всего хорошего. 31 декабря с 9 часов вечера до 3 утра в Ледовом городке у торгового центра Хан Шатыр, а также на городской площади для всех желающих встретить Новый год будет представлена шоу-программа и концерт с участием звезд казахстанской эстрады. Там выступят Айхан Толеперген, Алио Капов, группа Орда и многие другие. Вместе с тем, в честь Нового года праздничный салют будет запущен в 3 районах столицы. Возле Хан Шатыра, у набережной реки Исиль, а также в сквере на пересечении проспекта Аблайхана и улицы Пушкина.